Если вы не знаете, как испортить себе настроение, я вам сейчас подскажу прям-таки отличнейший способ. Всем привет, друзья, на связи Кинетик, это у нас игра Watch Dogs 2, будь она неладна. Нет, игра хорошая, Ubisoft, будь они неладны, вот что я вам скажу. В общем, вышло обновление 1.06, которое у нас как бы позволяет, как написали товарищи-разработчики, которое у нас решает массу всяких таких проблем. В общем, как бы вам вкратце объяснить. Я записывал игру на протяжении часа с этим гребаным обновлением, и у меня игра просто взяла и крашнула, и все, что я записывал, у меня не записалось вот так вот. Печаль, беда. Погоди, я прыгну тебе. А почему ты не едешь? Ну, едь. Воу-воу-воу-воу-воу, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, погоди. А ты можешь ехать? Вот, залью в сеть. Я не хотел. Ладно, шутки в сторону. Велик? Велик! Велик! Скрюченный велик, который не работает. Я катался на трамвайчиках, я выполнил несколько миссий, сделал... Ну, несколько миссий внутри одной миссии. Сделал кучу разных прекрасных фотографий. Бродил по ночному Сан-Франциско. Голуби! Сделал еще несколько шикарных фотографий. И что вы думаете? Ты чего, чувак, ты чего? Вот так вот все это делает. Хрена? На тебе, псина. Вообще, я животных люблю. Вот, короче, с этим обновлением 1.06 какие-то странные вещи появились. Когда я зашел в игру, у меня... при моих настройках, когда я играл в первый раз при 50, при 60 кадрах, почему-то игра стала зависать на 20-15 FPS. Все, то есть, одно обновление, казалось бы, они написали, улучшили производительность, они ее ухудшили. Я в этот раз я буду хамить Ubisoft, чуть бы не сказал Blizzard. Вот, я буду хамить Ubisoft. Вы просто твари. Какого черта? Было все хорошо. Нет, так они добавили теперь еще и краш. То есть, ну, привет. Вот такие вот дела. Вот. Сколько можно? Ты сделаешь что-нибудь? Фак. Что? Что ты мне сделаешь? Куда ты идешь? Выражение лица — ноль. Мимики — ноль. Чё у тебя с глазом, родная? Тюремщица какая-то. А чё у неё на телефоне за приложение? Такие же, как у нас? Я могу посмотреть, как это увидеть. Нет? Дамочка. Короче, давай сейчас немножко попрекаю. Фу, страшно ты. Вот. Нормально. Смотрите, в общем, чё мы делали. Я понял то, что я могу делать разные жесты. Ага, типа вот такого вот. Вот. Я просто не видел, как их делать. Дальше что было? Сфоткались мы вот с такими морскими котиками. По-моему, так они называются. Такое прекрасное фото. Дальше вот такое. Это все точки Scout X. Я сейчас записываю одновременно Бандикамом и Shadow PM, потому что... Ну, вот эту башню тоже сфоткали. Это тоже Scout X. Приложение. Вот. Как-то так. Потому что если записывать бандикамом, игра вылетает, то файл просто невозможно восстановить. То есть целый час игры, целый час видео, у меня просто сейчас вот в задницу улетучился, и все. Это прям его, к сожалению, никак не восстановить. А он показывает. Вот ночной, кстати, Сан-Франциско. Такие вот огни. Это тоже Scout X у нас. Вот, я специально дождался ночи. Гулял по ночному Сан-Франциско, все записал. Там такая красота ночью, если честно. Но это мы с вами видели. По-моему, это было в прошлой серии. Вот. Да, это у нас уже в прошлой серии было. Вот 23 из 100. У меня типа что, уже 100 фотографий уже? Эй, мистер Крабс. Я уже 100 фоток надел в этой игре? Серьезно, что ли? Да, смотри. Эй, 100 фоток. Охренеть. Вот так вот. Так, дамочка с шикарными буферами. Хотя не такие же они шикарные. Это наш
Единорог, радужный единорог, как мило, дотек. Вот, выполнил задание, касательно задания. Давайте посмотрим, разберемся. Игра в имена, вот оно. То есть я на две части выполнил, взломал три телефона, что-то там еще следил. В итоге, когда прилетел на, как его, на Да, верно. квадрокоптере, чтобы взломать очередную вещицу, то все, у меня как бы игра вылетела. И целый час игры, целый час комментариев просто улетел в задницу. Настроение, знаете, прям ухудшилось до невозможного. Отслеживать задание. Давайте попробуем его снова выполнить. Уж если оно у меня вылетит снова, то хотя бы от Shadow Play останется запись. Так что сейчас вы, не знаю, в каком формате смотрите видео, либо от Shadow Play, либо от Bandicam, если вообще смотрите. У меня уже 250 тысяч. Я создал квадрокоптер. Я прокачал квадрокоптер. Вот так вот мы здесь еще прокачали. Смотрите. Прокачали вот этот. Позволяет оборот квадрокоптера улучшенным сканером. И еще вот эту вещицу прокачал. То есть гонял на башню Сютро. Прокачал, украл там улучшение и прокачал этого нашего джампера. Взял им новую раскраску. Также вот эту вещицу прокачал. У нас 0 очков исследований. Я жду, чтобы прокачать вот это. Сюда мы сходим потом. И вот это сюда мы сходим. Алькатрас. В Алькатрас мы сможем переместиться. Также еще, друзья, я нашел миссию с Эйденом Пирсом. То есть я нашел чувака, который нам дает миссию с Эйденом Пирсом. Вот, миссия называется «Тени». Это пасхалка, если кто не знает. Вот, кино, 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 кино. Ни за что. Блин. Блин. Я вот это вообще-то хотел. Ладно, потом прочитаем в Спасибо, кино. но я лучше Так, это что заготовлю такое? что-нибудь вкусненькое. Автосалон? Давайте зайдем посмотрим. Мам, Что там я есть? веганка. Веганка. Такие Тебя вот только дела. что бросили. Магазин. Зачем усугублять? Магазин. Хоть пьешь? А как же? Здрасте. Тогда захвачу купон. Здрасте. Бюджетные Они находятся бездорожные теперь в самом мотоциклы, нем. спорткары скоростные. Это типа скоростное, серьезно? А спорткары? Не торопитесь, 15. выбирайте. Нет, это не то. Мотоциклы для бездорожья бюджетные. Давайте скоростные зайдем. Вот такую ласточку купим. Макс, макс, макс. Прочность, сцепление, ускорение, максимальная скорость. Окей. А у этой что? Это, по-моему, то же самое. Сандрим ЕВ. Нет. Ну давайте вот это купим. Машина по требованию новый транспорт. Круто. Деньги есть, почему бы и нет. Мотоцикл давайте глянем. Хе-хей! Мольто Бене. Что-то Курохава. конкретно интересует. Кодачи 15 тысяч. Давай тебя возьмем. Так, дальше что еще? Это мы взяли. Для бездорожья. Наверное, вот это я возьму. Отлично. Причем, смотрите, машины у нас все показаны в белой раскраске, что как бы намекает на то, что вы можете красить их по своему вкусу, как вам, как вашей душе угодно. Вау! Заходите, работаем без выходных. Окей. Это мое? Нет. Видел вчера одного лета в Так. парке Голден Гейт. Я так и Что не это? понял, чувак. Все думал, спросите моего Сумасшедших не хватало. Сумасшедший, не хватало, сам-то сумасшедший. Боже мой. Ну хорошо, давайте покатаемся на тачке, посмотрим, как это. Блин, вы не представляете, какую радость я дико испытал, когда катался на трамвайчиках. Вот, нет, не на этих. На тех, на трамвайчиках Сан-Франциско. Стопэ. Мы тут вроде бы были. В серии, которая у нас не записалась. Так вот. Толкачи, сука, осторожные. А, параноики. Документалка тут попалась. Как наркоты начинает торговать. Дашь ссылку? Оригинально. А что у нас здесь? С этими ребятами. Погодите. А, вон, у них там что-то есть. Я помню этих ребят. Так. Вам нельзя здесь находиться. Тебя можно так вот взорвать. А тебя вот так вот мы оборудуем.
Хо-хо-хо! В смысле? Кто? Где? Твою мать. Где вы? Упс. Вот так всегда. На среднем уровне сложности. Где мы окажемся? Короче, смотрите, друзья, поскольку я это записываю и бандикамом ShadowPM, я не знаю, что я в итоге выложу в сеть, так что у вас сейчас либо справа может быть показан значок записи от ShadowPM, либо слева. На TeamRes. Вот. А я, типа, с другой стороны, да? Взять надо. Вот. Либо слева, как бы, значок кадров. Я вот так вот джампера перекрасил, я назвал его... Флабер, но он у нас прыгает, он зелененький, так что почему бы не флабер? Где там эта штучка? Давайте ее возьмем. Тихо-тихо-тихо. Так вот. А чё, типа, как бы их отличить ни на что нельзя? Ну-ка. Стой. Тебя мы взорвем. И в это время аккуратненько возьмем. Лохи. Так, а теперь давайте их просто оборудуем к черту. Тихо. Чисто, я пошел дальше. Давай. А, по яйцам так хорошо зарядил. Административный центр. Все, оборудовали, ребят. Оформили. Давайте нашу машинку вызовем. Машина по требованию 4, скоростный мотоцикл для бездорожья, спорткары. А, сколько всего. Спорткары хочу. Вот она, наша красавица, раскраски. Базовый цветочек, как скучно. А давайте вот это. Почему бы и нет? Так, спорткары. Заказать. Заказ выполнен. И где он? Да выйдет уже отсюда, наконец. Ёп, 100 метров. Ну, давайте побежим, что делать еще. Такие вот у нас с вами пироги с котятами. Блин, но на самом деле все настроение испортили в никуда. Целый час игры, просто целый час игры в задницу улетело. А в чем фишка рисунка? И вся, что ли? Типа машина Ньюдона? Вау. Ладно. Поехали по миссии, постараемся сейчас и попробуем выполнить. Я надеюсь, то, что все будет замечательно. Хорошенько, это у нас аккуратненько. Стопы. Он, у него звук как будто такой, как будто это электромобиль. Серьезно. Сейчас всех буду грабить. Но, да погоди. Так вот. Прислушайте, но слушайте себе этот звук. Секьюрити обыскивает район. Да пофиг, пускай обыскивает. У меня нет настроения сегодня играть. Настроения нет, но я буду играть. Ну а чё, не оставлю же вас без сил. Давай. Блин, какая она всё-таки няшная машинка. Вот здесь. Мы с вами начали ту серию, которую у меня, к сожалению, не получилось записать. Я убегал от бандюгов, от бандюганов, и на машине влетел вот в этот там водоемчик. И там начал экспериментировать с настройками, потому что 20 кадров в секунду при моих прежних настройках это просто была лютая жесть. В итоге что-то как-то подобрал сейчас, ну, 25 он показывает бандикам. Ubisoft, какого хрена вы натворили, а? А вот здесь у нас с вами покрашивается игра, я не знаю, будет это сейчас повториться или нет. Давайте, вот наш квадрокоптер. Так вот я его оформил. Так у нас симпатичный. А одежду можно взять. А на квадрокоптере я, кстати, брать вещи не могу. Я уже пробовал. Это было бы очень удобно. Подлетел, взял и улетел. Смотрите. Бесполезно. Что бесполезно? Так, здесь мы имеем вот такую вещицу. Вот, я сюда подал питание, начал А, ну да, точно. Тут. Вот. Игра вылетела как раз вот, когда я вот эту штуку решил переключить. Чё, давайте посмотрим, будет у нас сейчас, пойдет это или нет.
Да ладно-ка, ты работаешь? Чему ты работаешь? Ну, раз работать, давайте попробуем все-таки выполнить. Так. Так. Погоди. Вот так вот. Теперь вот так. 30 секунд нам сдается. В смысле? А. Так, я не врубаюсь. Блин. И. Так, теперь вот так вот. Вот так. И, видимо, во. Внутренняя сеть разблокирована. Ну, а теперь вообще все просто. А, теперь еще надо эту штуку взломать. Блин, сколько мороки. Ага. И теперь сюда. Ну. Да ладно. Ты не можешь? Ты не можешь? Я должен подойти. Я должен сюда подойти. Кешки, давай тогда выходим из нашей машины. Блин, я-то думал, все будет гораздо проще. Окей. Там, значит, вещица какая-то. Как разобраться? А, понял. Раз, два, три простых движений. Вот наш квадрокоптер. Кстати, его можно забрать отсюда. Активируем. Так, внимание, обнаружено вторжение. Камера. Это здесь. Пора узнать, кто тут захотел проблем. И обеспечить их. Действительно. Что мы наблюдаем? Фу, рабочий стол. Какой стрёмный значок компьютера. Такс. Вот что у нас камера. Камера со смартфона. Как примитивно. Что за горилла такая на стене? Ой, системник с водянкой. Шикарно. Мы пока что без. Че, взламываем? Страхоморды говорят, для перехвата радиосигнала все готово. Подождем и прайм-тайм вывалим все, что знаем. У нас будет доступ ко всем станциям. Когда вы по ВДМ надо тех, ждите ответного удара, потому что у них бомбанет. Охренеть. Страхоморда там какая-то. Ну и... Взломайте датчик на вышке. Плюс 5000 фолловеров. Ну, такое, если честно. Доступно новое задание. Ты права, это Primate. Суки. Похоже, это был только тест. Они хотят перехватить радиосигнал и транслировать список там. Хотели. О, расскажи, как ты их накажешь. Я удалил имена датсек из их системы. Их, кстати, было немало. Кое-где пытались угадать, но совпадений много. Еще покопался в их аккаунтах и собрал кучу имен Primate. Ты ведь поможешь им перехватить радиосигнал? Да, но поменяю плейлист. У меня есть координаты. Надо только как-то пробраться внутрь. Ну, давай проберемся. Я не знаю, будет это нас считаться как сетевое задание или нет. Нет, смотрите-ка, дополнительные операции. Я не выполняю пока сюжетку, потому что сюжетку сейчас выполняют топовые ютуберы, скажем так. Ну, они есть топовые, миллионники чаще с ним. Что еще про них сказать? Вот, все сейчас играют тупо чисто по сюжетной линии. А мы с вами бегаем, наоборот, по дополнительным миссиям, потому что как бы надо чем-то отличаться от других. Сюжетку мы всегда пройти успеем. Вот столько всего я наоткрывал на карте, то есть мы катались по городу, что-то проезжали, где-то у нас что-то открывалось. Вот таким вот образом. Как сделать, чтобы показывались пакеты с деньгами на карте? Вы проезжаете по пустому месту. Тут нет точек обзора, как в Assassin's Creed или что-то в подобных играх. Нет. Вы проезжаете по местности, у вас появляется такая красная зона. То есть, допустим, вот тут мы поехали. Едем. Вот сюда завернули, хоп, красненькая зона. Вы выходите из машины, включаете нетхак, и все, понеслась. Вот, или же наоборот, выбираете квадрокоптер и им включаете нетхак. Вот, никак иначе этого сделать нельзя, потому что из машины нетхак сам по себе не работает. Нужно либо выходить, либо брать квадрокоптер. Ладно, настроение вроде немножко у меня не то, что приподнялось, скажем так, я смирился с ним. Ёлки, куда нам ехать? Ну чё, поехали, что ли? Только давайте поедем немного иначе.
Хотя ладно, поехали так. Что-то игра в имена. Почти выполнили. Но изначально я возьму вот эту одежду, которая у нас там есть, которая у нас там спрятана. Чувак, во как хорошо тут лес. А как мне туда попасть? Объясните мне, как мне туда попасть? Погоди, где? В чем-то должен быть при... Во, все, понял. У нас ведь Маркус типа паркурщик, типа ассасин. Ассасинское зрение имеет, хоть и со смартфона своего, но тем не менее имеет. Вот сюда давай. И вот у нас наша с вами одежонка. Я там еще, кстати, что-то понабирал, надо будет заглянуть в гардероб. Новый главный убор, перекресток. Хоп. Что это было? Что это было? Как ты перекатываешься, друган? Где моя машина? Я хочу свой... О, какая красавица стоит. Давай-ка мы ее возьмем. Пошли все вон. И пос... Хрена? Это вам не электромобиль. 2,5 километра. А, чешу есть можно. А трамвайчик, вот на этом трамвайчике мы с вами катались. Ладно, поехали. Блин, какая скорость. Нормально все. Еще полный хаос на дороге устроил. Вау! Тихо. Я живой? Вроде бы живой. Давай как-нибудь. Ей! Сейчас путь срежем. Что ты делаешь? Я еду. Я просто не делаю, детка, еду. Опять не то. Сейчас, просто я тут еще на ноут немножко отвлекаюсь. Во! Поехали. Слева на карте миссия от Ситары. Это типа стрит-арт, или как она там называется. Вот, но мы сейчас едем. Во, ночной Сан-Франциско. Хотя бы так вам его покажу. Просто посмотрите, какая красота. Скриншотик. Ты сделал? Да, сделал, красава. Офигеть. Просто нереальная красота. Блин. Что все-таки круто здесь, а вот так посмотрите. Нам сейчас надо будет ехать на мост Золотые Ворота. Мой любимый мост в игре. Да и, наверное, в жизни. Хрена ее крутит. Вот, смотрите. Красная зона. Выходим. Нетхак. И вот наблюдаем то, что там есть мешок с деньгами. В смысле? Кто? В меня кто-то стрелял или что? Нет? Все, на карте он у меня отобразился, я за ним потом вернусь. Нифига себе реклама. А в Америке это практикует, да? Машина для рекламы. А вот это мне сейчас почему-то напомнил GTA 4. Погоди. Ну, на кого-то другого переключись. Нет. Вот. Чтоб тебя. Мне другой нужен. Сиди. Стой. Как у того чувака поймать? Да погодите вы. Но. 800 баксов. Во. Отлично. 700 бачей. А, нет, срезать не могу, нам надо именно на мост. Ах, поехали на мост. Все-таки жалко то, что вы этого не увидите. Там столько всего красивого было. Но зато сейчас ночной Сан-Франциско. Посмотрите, как она хорошо управляется. Она прям слушается мне. Что-то кто там сейчас уже? Тихо. Эта машина буквально слушается. Стопэ. Вот смотрите, ну блин. Повернул и все. Найти гада и накормить его
Не надо. Квадрокоптер пошел. Так, тихо. Да, я немного сейчас с управлением не в упор путаюсь. Что мы имеем? Что мы еще можем здесь? Что здесь вообще находится? Вижу деньги. Взять не получится. А, хотя есть только джампером, кстати. А вот чего здесь вообще такого модного есть? Там у нас показана наша карта. Слишком далеко доплевать. Допустим. Тихо. Я только вот сюда залечу, посмотрю. И деньги взять я не смогу. Лохи. Твою мать. Погоди, а если джампер? Все еще здесь! Найди! Мужик, ты что здесь делаешь? Не упадет? Твою мать. Джампер, к сожалению, разбился. Вот что внизу за значок такой, я не понимаю. Взломать. Мне нужен квадрокоптер, а до него еще. Его еще ждать и ждать. Если я, допустим, вот так выйду. Главное, чтобы моя машинка никуда не делась. И попробуем аккуратненько слезть. Аккуратненько и слезть. Да ну нахер, не найдем мы его. Так, ты кто такой? СМС. Мои СМС-ки заполонили мозги. Странно, как это? Не знаю, вирус какой-то, наверное. Да, ну просто сейчас все на мозги. Сука, ну как ты? Мозги. Мать, мозги. В каждое слово добавляются мозги. Ребят, в моем телефоне вирус. В смысле? Исключено. У тебя защита уровня Джош. И все-таки, вирус под названием Зомби 2. Знаете, кто написал первого зомби? Хэддок. Угу. Что за Хэддок? Он легенда. Публиковал госконтракты с военными, еще когда мы в школу ходили. Он уже 10 лет как исчез с радаров. Но если вернулся, это бомба. Что за вирус? Установился под видом фейкового обновления CTOS. Вижу еще несколько зараженных мобил. Если отслежу их, может, найду источник. Интересно, что он задумал? Можешь изолировать вирус на виртуальную машину? С удовольствием. Присылай. Окейшки. Короче, в нашем телефоне вирус, да? Ладно. Это еще одно дополнительное задание. Мы его будем выполнять чуть позже. Сначала разберемся с тем, что сейчас, блин, я хочу эту машину. Это было странно. Вон у нас показан значок такого колеса. Ну или кружка со звездочкой. Какая тачка. Какая ласточка. Какая прям... Офигенная машина. Я не буду включать вот от первого лица, потому что там приборный баллон просто ужас. Стоп, что-то я как-то заехался за... Ай, тихо, не бейте меня. Не бейте меня. Да погодите вы. Стой. Квадрокоптер у нас от Регениуса, так что давайте с помощью него попробуем. Полетел, красавец. Где? Что? Где? Взломать. Окей. То есть, вот смотрите, если, к примеру... Квадрокоптер, кстати, недорогой, он стоит порядка 67 тысяч долларов. Вот так вот, и все, и плюс одно очко исследований. Если вы где-нибудь летаете или едете, видите нечто подобное, достали квадрокоптер, взломали и полетели. Дальше. Доступна разработка. Нет, это все потом. Пока что едем, выполняем игровые имена. Мне, наверное... Так. Как бы мне туда попасть? Да. Я тоже об этом думаю. Как бы тебе туда попасть? А, погоди. Стоп. По-моему, я знаю, что это короткий путь. Прям очень короткий.
На такой машине вообще без проблем. Вот и все, мы прилетели. Тихо. Рядом обнаружены важные данные. Вот об этом я говорю, хотел включить нетхак, а у нас вид из машины поменялся. Взять. Так, а это что? Начать передачу. То есть это может сделать только наш джампер, да? Я правильно понимаю? Ну, кто такие? Прошу сеанс липосакции. Фу! Фу, мужчине такое делают. Будь мужиком, сходи в тренажерку, ты чё? Сейчас их позрываем нахер. Тихо, тихо, тихо. Поймал вот этого придурка. Хорош. Меня не палим, не палим. Этих мы уже вроде бы залутали. И в принципе вроде бы все. Да, у нас остались только самые лаучи. Вопрос, как туда попасть? Как туда попасть? В принципе, допустим. А, смотри, а он не упадет. Не, мы на этой штуке не поднимемся. Давай попробуем как-нибудь с джампером все-таки сделать. Полетели, в смысле, поехали. Медленно, аккуратно. Ёпта, сколько вас там? Ха-ха-ха-ха. Лучше сдайся! Она нас не палит. Выходи! Выхожу. Просто, легко и лаконично. Блин, Маркус, ты гений. Назад он ушел. Дамочка. Тебе нельзя тут находиться. А ты подойди и останови меня. Давай, 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 давай. Иди сюда, красавица моя. Готово. Че, развлечемся? Можно либо по-тихому, либо по-громкому. Тихо, 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 тихо. Эй, это круто. Это точно. Сейчас звук был у меня в винде или где? Там просто какой-то звук непонятный. Получен фауров 5000. Это, конечно, замечательно, но нам отсюда надо выбираться. Доступно новое задание. Это замечательно. Дайте я только сначала выйду отсюда, а потом и новые... Ух, ёпта! Но это уже с помощью этого нашего друга. Что мы имеем? Разработка нет, пока не трогаем. 10 миссий уже. Офигенно. Так, игра в имена. Мы нагрянули в квартиру одного умника, Primate, и нашли доказательства, что его... Что они планировали строить нечто повеселее телефонного розыгрыша, взломать радиостанцию, сообщить наши имена более широкой аудитории. Мы приготовили для них сюрприз, теперь публика услышит их имена, а не наши. Взломать передатчик на вышке. Да в легкую. Невозможно использовать, почему? Я же тут нахожусь. Где мой друг? А вот он. И все, и можно даже, как говорится, никуда не лезть, потери сигнала. Если я залечу еще выше, то сигнал квадрокоптера потеряется. Задание выполнено. Вот смотрите, сейчас покажу. Хоп, все. То есть как бы можно выполнять, и он у нас внизу появляется. Вот, можно выполнять как бы миссии, но если вы видите предупреждение потери сигнала, то значит необходимо немножко повременить. Мы готовы запустить Primate в эфир. Они все расскажут нашим дорогим слушателям. Класс. И так будет с каждым, кто бросит вызов DedSec. Маркус, а мое имя там было? Конечно, Реджинальд. Что? Рэнчо зовут Реджинальд? Ага. Маркус просто прикалывается. Неужели? Я скорее поверю Маркусу, чем Реджинальду. Прости, Реджинальд. Пошли вы. Реджинальд. Рэнчо зовут Реджинальд. Плюс 7000. Так, а это у нас финальное задание было этого задания или как? Давайте посмотрим.
Дум-ду-дум. Да, то есть все, игра в имена мы с вами выполнили полностью, получается. Где она, где она? Посвящаем на выход. Кодоломолка. Игра в имена, да, вот она выполнена. Вот смотрите, вот я нашел тени. То есть под мостом, где стоял парнишка, мы к нему подошли, и вот он нам такое сообщил, дали это задание. Стивооперации как-нибудь с кем-нибудь потом. Еще одна стивооперация. Так, дополнительный пиратский время творчества. Основная, дополнительная. Мобильные мертвецы. Отслеживать. Показать на карте. Давайте теперь им займемся. Ага, нам надо туда. Можно, в принципе, проехать на машине. В принципе, давайте так и сделаем. Все равно на машине. Так, мне надо, наверное, вниз. И назад. У нас потери. Пока, ребят, отдыхайте. Я тут катаюсь. Блин, или это не Golden Gate? Момент. Да не Golden Gate. Или он там? Мост, Золотые ворота. А ты кто? Бэйбридж. Да, точно, вот он. Golden Gate у нас там. Я смотрю, он как бы цвет это не золотого. Golden Gate у нас золотого цвета. Все это прекрасно знают. Все, кто разбывал Сан-Франциско или слышал про Сан-Франциско, или любит Сан-Франциско, Golden Gate знает все это. Офигенная машина. Я думаю, сейчас мы с вами выполним это задание, там, наверное, закончим. Мне, конечно, хочется еще поиграть, но надо меру знать. Так, вот машина шел с деньгами, там вот я вижу у нас. Погоди. Может, на квадрокоптере смогем? Сможем. 75 метров. Ну-ка. Полетели. Смотрите. Погнал. Фотожурналист. Встретимся в мозги. What the fuck, почему мои мозги? Что это за херня? Лол. Автокоррект с мозги. Наверное, это какой-то вир мозги. Так, один есть. Я нашел еще один телефон с вирусом. На нем стоит CTOS Mobile? Да, последний апдейт. Я в бешенстве. Не понимаю, чего он хочет. Ищу дальше. Чего он хочет? Тихо. Поехали дальше. Как говорится, выполняем задание, не выходя из машины. Квадрокоптер очень удобная вещица. Наверное, сначала прямо. Там как-то поближе будет стопы. Я вот только ради этого. Чтобы денежки захавать. Что еще тут можно сделать? Пока, друг. Удобная вещь. Квадрокоптер реально удобная, классная вещь. Поехали. Обыскивать район. Да не надо никого искать. Уэй! Круто. А здесь-то че как? Говорю же, разлочишься, тело словишь вирус. Но обновление установилось без проблем. Во, на разлоченное тело нет обнов, это вирус. Ха-ха, блин. И все? Так мало? Еще зомбированный. Ладно. Все немного прояснилось. Он распространяется через зараженные точки доступа. Зачем? Пока не знаю. Но это точно Хэддок. Вирус очень похож на первого зомби, хотя системы совершенно разные. Черт! Что ему нужно? Поищу еще. Поищи. Я вместе с тобой поищу. Так, вот здесь, кажется. Полетели. Привет. Мозги. Чё? Мозги. Обхохочешься. Это кто? Мозги. Чувак, кстати, не квестовый. Нам по квесту выше надо. Мы просто взломали чат и вот это увидели. Что мы здесь имеем? Взять. Так. Прив, мне сказали, вы отпускаете лекарства.
Я в первый раз обращаюсь. Не парься, ты по адресу. Сейчас кину чё куда. И все? Я думал, что-то еще интересно будет. Так, вот, у нас человечек. Саум Адам. Вы указали, что проблемы начались после установки обновления приложения сетевой для мобильных устройств. Однако в указанный период обновление не выходило. Вероятно, ваше устройство заражено вирусом. Спасибо, что выбрали Bloom Mobile. Якс. И чё? Дальше. Еще одна атака зомби. Опять через сети AS Mobile. Так что метод заражения мы угадали верно. Высылай данные. Погоди. Кажется, я знаю, зачем ему зомби. Да? Телефоны, находящиеся рядом, заражаются друг от друга через фейковые точки доступа. Через них Хэддок отслеживает ключевые слова, связанные с Грейстром и Минобороны. Он создает себе маленьких шпионов, да? Куда идут все данные? Это же Хэддок. Так просто его не вычислить. Но все телефоны заразились через одну точку доступа. Найду ее. Займусь удалением. Как ты ее найти? А нам точно надо... Да. Я тоже в восторге, но у нас могут быть проблемы. Удаляй подчистую. Вот так вот. Отследите источник вируса зомби 2. Плюс 13 тысяч фолловеров, ребята. Шикарный день. Отследите источник вируса зомби 2. Отслеживание. И где мне его искать? Взломать? Тихо-тихо. Так, блин, на самом деле сейчас не выходи из машины. Что за черт? Это территория банд. Хэддок работает на них? Нет, он бы точно не стал. Откуда инфа? Потому что по-другому и быть не может. И все. И все. Все сложнее. Такс. А тебе можно... Ага, вот. Погнали. Пошли вон, датсек, вас это не касается. Ха! Повторять не буду. Не лезьте, куда не просят. Хэддок. Рабочий фабрики, Мартин Малфри. Задача выполнена. Офигеть, он знает то, что мы его хакнули. Я нашел нулевой девайс у бездомного. Хэддок сам отдал ему телефон. Он не дурак. Выбрал бомжа около бандитского убежища, чтобы люди не пришли за ним по следу. Вопрос. Почему бездомный? Он сможет быстро распространить вирус. Сам подумай, он попрошайничает только в людных местах. Наверняка точки заражения на его ежедневном маршруте. Точно так же, как биологический вирус. В точку. Кстати, он оставил нам послание. Хочет, чтобы мы отстали. Отстали? Я уже сделал антивирус. Он быстро разлетится и удалит зомби 2 с зараженных устройств. Запустить? Будет хуже, если не запустим. Хэддок, конечно, расстроится, но мы будем искать способ загладить свою вину. Дэдсек, очень пригодится такой союзник. Ну, он, конечно, расстроится. Но за это до 14 тысяч. Блин, ребят, я просто бомжа взломал, не выходя из машины. Откуда так? Доступна новая операция, информатор. Окей, погнали. Идентификация объекта. Один из фолловеров дал нам наводку. Зацените. Я не знаю, как тебя убедить, это все Грейстром. Я хотел, чтобы их темные дела выплыли наружу. Эти твари пытаются отомстить. Они хотят разрушить мою жизнь, заморозили мои счета, теперь хотят расстроить свадьбу. Пожалуйста, попроси ее поговорить со мной. Исследуйте дом информатора. В новостях он не мелькал, но в профиле указано, что он работал в Грейстром. Если он не врет. Маркус, люди не должны бояться говорить. Правда, очень полезно для Датсек. Он заявляет, что они пытались расстроить его брак. Даже заморозили счета. Проверю его дом, вдруг он врет. Наведайся еще и в банк. Узнай, связывались ли вообще с ним Грейстром. Давайте наведаемся. Тихо, там 700 бачелей сколько-нибудь. 600. У людей от 500 до 600. До 600, до 700 баксов. Больше 700 я еще ни разу не видел. Но меня дико радует то, что такие люди мне попадаются все чаще и чаще. То есть, сколько мы потратили, у меня было 300 с чем-то, сейчас уже 153. Так. А куда нам идти? Куда нам... В смысле?
Нихренашеньки. Нихренашеньки. Как поедем? Можно телепортироваться вот на эту точку, к примеру, переместиться, мы вмиг окажемся там. Но, ребята, кого мы обманываем, это настолько скучно. По крайней мере, для меня, поэтому... Ну, ставь. Ого. То есть я типа... Даже так. Опять туда. Ну, машинка у нас быстрая, я думаю, проедем. Прям быстро. Быстрая машинка, быстро проедем. Ломаем. Проблем здесь не будет никаких. Вау, ты еще летать умеешь, красавица моя. Жалко, здесь нет автосалона, чтобы можно было машину починить, потому что я не знаю, где я еще такую найду. Чего? Деньги потом будем собирать. Вон там еще что-то доступно. Что это? Вот это вот. Раскраска для автомобиля. Больно надо. Всю жизнь мечтал раскраску для автомобиля, конечно. Те раскраски, которые я добывал до этого, они были монотонны. То есть, к примеру, зеленый цвет, синий, красный или еще какой-нибудь. Что мы здесь имеем? Блин, давайте я поменяю вид. Z. Во. И что здесь? Взять. Я не могу это взять. Взять может только джампер, а он там упадет и разобьется с такой высоты. Поэтому просто поехали по миссии дальше. Блин, игра, я тебя прошу, не вылетай. Ну, Ubisoft, ну, Watch Dogs 2, вы же можете, я верю в вас. Вы же Ubisoft, вы нам подарили первого ассасина, второго ассасина. Дальше, конечно, говно пошло. Потом был Unity, но мне он нравится. Не знаю, чем-то нравится. Наверное, по большей части коллекционным изданием, потому что оно реально коллекционное, оно реально здоровенное. Я говорю про Guillotine Edition. Не про все дешманские там другие мелочные копеечные, а вот именно про Guillotine Edition. Вау. Ты смог. Я же говорю, классная тачка. Ее не заносит, она тебя слушает. Чуть что, как вот притормозила, она притормозила. Повернула, она повернула. Там просто что-то есть. Я хочу посмотреть, что. Так, что у нас здесь? Опять деньги? Серьезно? А, давайте грабанем, что ли? Так. Че еще? Кто еще здесь есть? Камера нам не нужна. Может быть, сможем взять? Ну-ка, где мой джампер? Хоп. Давай попробуем. Если получится, то замечательно. Не получится, но, блин. Вот. Не, наверное, разобьется. Давай объедем. Можно прокачать, чтобы он ездил более быстро. Но нам до этого еще пиндюхать и пиндюхать. Где оно? Вот здесь. Вот. В Алькатрасе. Надо, короче, гнать в Алькатрас, тогда наш джампер будет быстро ездить. А пока что хотя бы так. Езжаем, родимый. Что еще могу поделать? Хотя бы так. Так, момент. Ты пока езжай, я на ноут посмотрю. В смысле? Не-н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 е. Недалеко, недалеко, недалеко. Во, все, нормально. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Так вот, ребят, прям айн момент, как говорит. Тихо, да чтоб тебя. Ну, вот какого лешего? Во. А теперь как попасть внутрь? Внутрь как попасть? Через ворота не выйдет, может быть как-то... А, давай вот здесь попробуем по камушкам. Там чувак у нас, правда, но я думаю, его можно в легкую хакнуть. И аккуратненько проехать и забрать поближе. Внимание, запретная зона. Я понимаю. О! Даже так могу. Эй, ты! Зря ты так, зря. О, да, жду не дождусь. Я знаю, что ты меня слышишь.
Нет, не слышишь. Не слышу. Как я его четко-то отвлек, а? Нет тут ничего. Где деньги? А, вот так вот, да? Вашу мать. Так. А, зараза! Только... Найти его. Хрена с два у меня найдете. Как бы вам поднасрать, да? Как... Ладно. Поехали по миссии. Чего ж ты? Джампер еще долго будет рубиться. Мы пока что займемся нашим приятелем Хедоком. Вау, а мы тут еще не были. Окленд. Окленд. В Окленде мы еще с вами не были определенно. Мы миссии выполняли в Сан-Франциско. В регионе. Обнаружено очко исследований. Окей. Давай возьмем. Очко исследований мы с вами взять можем. Тут как бы никаких проблем не возникнет. Вот оно. Просто подъезжаем. Я сказал, подъезжаем и взламываем. Серьезно? И куда это? Серьезно? Только не говорите, что это можно только джамперам. Твою мать. Ладно, как-нибудь потом. Почему все так сложно? Погоди, а мы здесь вроде бы были в самом начале игры. Прям в самом-самом начале игры. Стопэ. Тут у нас что? Взломать. А, очко исследования получили. Давайте их еще просканируем. На всякий случай. Готов. Блин, квадрокоптер реально классная вещь. Я вам скажу. 600 метров до нашей цели. Поехали. Поехали. Квадрокоптер. Знаете, в чем минус записи одновременно двумя программами? Ты не можешь поставить на паузу. То есть, если я, к примеру, поставлю на паузу на пентиграмме, что-то быстро будет записываться. Но у нас пока все хорошо, я надеюсь, дальше будет точно так же. Что с этой штукой случилось? Нормально все с этой штукой. И вот так вот. Грабануем по-тихому. Езжайте уже. Че вы? Я знаю, игра, мы тут еще не были. Подгружаешься, ну а что хотел? Разрушаем, конечно, в этой игре забавно. Во-во-во, сразу видно, подтормаживаем, пошли. Новый регион, все дела, да. Тебя взломать или открыть? А, события дотек, охота. Нейтрализация? Серьезно? Это, кстати, сейчас реальный игрок. Погоди, а как мне выбрать? Чувак. Давайте попробуем его нейтрализовать. Правда, я не знаю как. Каким образом, блин, нафиг его? Пускай себе бежит. Понеслось. В смысле, игра? Да я пытаюсь. От моих шокеров ему хоть что-то есть, нет? Тихо-тихо-тихо-тихо. Хоть что-то. Это он сделал? Я тоже так могу. А мне нравится. Вау! Чувак! Моя машина быстрее. Я сейчас, наверное, просто даже ничего говорить не буду, просто будем за ним гнаться. И у меня только гребаный. Упс! Да я не вас хотел, чертовы копы! Машина! Машина! Нахер! Почему я не могу использовать оружие из машины? Что это? Как это понимать? Почему у меня гребаный шокер?
и машину потерял. Твою мать. А, окей, давай вызываем наших. Погоди, а все-таки мне интересно, почему? Сейчас вызовем наш электромобиль. Спорткары. Нет, не спорткары, скоростной хочу. Бюджетный, тяжелый. Где скоростные? Вот. Вот наша красавица. Благо появляется прямо рядом. Давай, значит, я не это заказывал. А, вот она. Чё у тебя с цветом? Почему? Почему у тебя грёбаный шорт? Селектор оружия давай. А. Во! Другой разговор. Ну все, я думаю, теперь у нас как бы с этим проблем не возникнет. Что это было? Фракции, конфликт, звонки в полицию. Жители города могут вызвать в полицию. Вызов полиции для ареста Маркуса. На место происшествия приедут стражи порядка, чтобы прерывать звонок. Атакующий в ближнем бою. Нафиг мне это обучать. Мог бы задание есть. Никто здесь не стреляет, прежде всего. Сучка крашеная. Где мой квадрокоптер? Я тупанул. Вам отправлен наряд. Прошу, успокойтесь. Угу. Угу. И вот так вот. А, погоди, с этой стороны. Тихо, тихо, тихо. Ломай. Это чудо. Оу. Это все ради очков умений, да? Погоди. Так, тихо сидать. Вот так. Ёп твою. Так. Погоди, 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 погоди. Теперь сюда. Стой, дай сообразить. Не туда. По-моему, здесь все надо так как-то красиво соединить. Красиво соединить. Красиво, мать твою, соединить. Что я здесь должен сделать? Так, ага, вот. Шикарно! Вообще гениально! Вот это молодцы, в этом плане Ubisoft молодцы, сделали задачи более сложные, на время здесь прям к вам придирок нет. Но блин, то что у меня игра вылетела после вашего патча, который понизил производительность, это нафиг, 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 нафиг. Где я вообще нахожусь? Где моя миссия? Вот она. Давай. Блин, Ньютон. Надо бы поменять раскраску машины, она мне не нравится. И как-то она... У нее, кстати, звук поменялся. Я вроде бы ее же заказывал в прошлый раз, но в прошлый раз она ездила как какой-то грёбаный электромобиль. Сейчас у нас прям все иначе. 200 метров. А, не то сделал. Извиняюсь. Не хотел. Стоп. Дэдсек едет. Значит, давай как-нибудь аккуратненько здесь сейчас припаркуемся и будем уже смотреть, что нам надо сделать. Блин. Если вы не поняли, то мне нужен джампер. Убери оружие, придурок. В карман просто засунул. Так, наверх туда. То есть оттуда мы спускаемся. Куда мне идти? Как мне туда забраться? Пошли все вон. Я на газ. Серьезно, что ли? Это вот здесь я должен зайти? Окей, давай, допустим. Раз. Два. И вот так вот мы в итоге забираемся туда, куда нам с вами надо. И все это ради мозгов. Силен. 30 метров. Беги быстрее, я тебя прошу. А здесь можно и джампер пустить. Давай, красавец мой. Хабана. Живой. Ты как и красава. Хаб, умненький-то, а. И? Внимание, обнаружено вторжение. Я у банка Фасбендера.
Посмотрим, почему он заморозил счета. А, вот бы и закрыть ром. Ставлю 100. Окей. Банковский служащий. Доход 62 тысячи. Может, и грабануть можно? Нет? Камера, камера. Допустим. Ask about an event, banking service, because your time matters. Можем за... Нет, не можем. Погоди, давай обратно сюда. И вот так вот. Во, вот так можем. Погнали. Мистер Фасберг отмывает деньги компании, находящейся в настоящий момент в вашем банке. Мы, ваши давние клиенты, надеемся, что вы поддержите нас и заморозите эти активы до конца судебного разбирательства. Благодарим за содействие. А он правда отмывал деньги? Это Грей Стром. Я так и знал. Значит, Фасбендер не врал. Выходит, что так. И... Хорошо, я проверю, что там с его семьей. Аккуратней. Не сделай хуже. Да ладно, я просто шпионю. Да ладно, я просто шпионю. Забрали деньги. Так, дружище, давай обратно. Где там наша машинка стоит? Оп, или может быть сейчас чем-нибудь другое найдем? Кто у нас такой агрессивный? А давайте на мотике покатаемся. На выход! На выход! Так вот вам! Хе-хей! Круто! Что случилось? Угнали машину, наверное. А что случилось? Что здесь? Снова деньги? Сохраняйте спокойствие. Полиция уже в пути. Подойдите. Хе-хей. Как кусок говна просто упал. Убираем. И валим. А то там копы приехали. Это за нами, что ли, гонится? Нет? Надеюсь, нет. Там есть мешок с деньгами. Мы сейчас доедем как-нибудь до нашего друга, до его квартиры. А может, не доедем? Сильный мотоцикл. Как я уже говорил, если я увижу красные точки, я их буду исследовать. Что там? Сумочка или... Да, сумочка, кстати. Давайте попробуем. Это нормально, да? Ты слышишь? Ты слышишь? Нет. Аккуратненько, осторожно. По-моему, я сейчас у полиции деньги граблю. Черт! Нормально все. Что за? А давай просто вот забрали и свалили. Пока. Коп стоял рядом со мной. Квадрокоптер к нам потом вернется. Вот все, видите, мы просто отъехали на нужное расстояние, и он к нам вернулся. Легко и лаконично. Давай, подгружай новый райончик. Я в тебя верю, чертов патч. Блин, ребят, зачем вы выпустили обновление? Оно было уже все хорошо. Ёпта. Стопы. Что у нас тут? А что у нас? А давай долетим. Все. Здесь нам делать больше нечего. Ну, разве что людей пограбить немножко. Просто пришлите смс со словом «да». Погоди, не то. Убирай. Давайте посмотрим, может, мы там уже достаточное количество накопили, чтобы чем-нибудь допрокачать. 5! Уже 5 штучек насобирал, шикарно. Нет. Нужны данные из Алькатраса. Может быть, что-нибудь другое? Механизмы, возможности гаджетов. Вообще не качал стрельба. Вообще не качал ботнет. Социальная инженерия. Что у нас здесь есть? Так, позволяет сделать противника целью одной из банд Сан-Франциско. Нажмите R. Требуется 8 единиц. Ботнет ресурсов. А это? Ваша цель атакует самые опытные бойцы из банды. Заменяет способность бандитские разборки.
Бандитские разборки. Опытные бойцы из банды смогут разобраться с вашей целью. Изменять способность нападения банды. А это чё? Создайте ложную ориентировку на вашей цели и передайте координаты полиции, которая арестует злоумышленника. Шикарно. Общее отвлечение позволяет отвлечь сразу всех людей. Экономия уменьшает количество ботнет-ресурсов, необходимых для взлома личных устройств. Ладушки, это все потом, и пока что, наверное, здесь ничего качать не будем. Оглушитель, шоковые гранаты. Да ну нафиг. Нафиг, 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 нафиг. Вот еще одно, кстати, очко исследований. Давай возьмем. Чайка полетела. А где она? А, вот именно что надо взять, да? То есть не взломать, а именно взять. Серьезно, больше никак? Не, больше никак. Ладно, тогда это потом. Нам нужно добраться до карты. Так можно? Можно. Даже нужно. В обход, так в обход. Он, по-моему, чуть не на русском сказал. Давай лучше не смс-ками. А ладно. Одно сообщение, давай лучше не смс-ками, и все. Блин, Ubisoft. Какие 16 кадров? Все же было хорошо, все было замечательно. Убавляю я, если я убавлю настройки, если я не убавлю настройки, ничего не поменяется. Все одно и то же. Они просто что-то там намудрили с этой производительностью, как ее там. А, ну да, производительности. Такие в итоге траблы мы с вами имеем. Привет. Бородатый мачо. Помочь? Помочь, да. Продать ценности, давать 9000. Пополнить боезапас. Папа с Павлом. Пап... Погоди, папа бз... Что значит папа бз? Пабз, папабз, Павлом. Жесть, а не магазин. Ну и ладно. Ну и ладно, действительно, ну и ладно. Садись. Смотрите, как я уже говорил, если мы с вами в магазинах что-то где-то как-то обыскиваем, не в магазинах, а в машинах, то есть или в машину, нам говорят, обнаружено это, обнаружено то. А, это тебя надо взять, да? Погоди, как? Вот, мы можем обнаружить некие ценные предметы. И вот, непосредственно эти ценные предметы у нас будут с нами до тех пор, пока мы их не толкнем в ломбард. Пошли, друг мой. Оп. Ага, ну вон там, да? А мы тут. А, ну там. А вводит... Вот, идиотский вопрос, но все-таки. Понятно. А, прыгай, прыгай. Все, кранты. Мне его даже вернуть не смог. Нам сюда. Что случилось? Нормально все. Не выходя вообще из машины. Что у нас тут? Серьезно? Все-таки придется выйти, да? Черт! Кто? Да, да, да. Твоего мнения не спросили. Да. Нет. Пугало. Почему люди меня вечно отвлекают? Я не люблю, когда меня отвлекают, тем более люди. Телефон звонит, друзья.
И я, конечно, забыл поставить видео на паузу, да? Запись на паузу. Ладно, значит, куда нам надо? Куда нам надо? Давайте смотреть. Нам надо забраться... Извиняй. Так, нам надо забраться... Я понимаю. А еще я здесь хожу. И что мне прикажете делать? Хотя, по-моему, я знаю, нам надо найти где-то штуку, которая будет, которая нас поднимет. Копы, 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 привет. Они за мной, что ли? Там вот какая-то черненькая точка, непонятно. В смысле, красненькая зона. А чего, здесь ничего нет? Ни хрена ничего нет. Каким Бог ответил на молитвы? Тебе ответил? Да ладно. Да, реально. Сказал, что целебат это хрень. Тогда до вечера. Я предлагаю полетать, осмотреться, есть ли здесь где-нибудь хрень, которая поднимает нас. И как туда вообще добраться? Вот нам надо на самую-самую крышу. Ёлки. А где? А, все, понял. Вот оно. Давай вниз. То есть сейчас мы эту вещицу опускаем. Потом подъезжаем и поднимаемся. Это у нас, кажется, первый вариант. Так, погоди, а как тогда забраться вот сюда? Сюда тоже, наверное, как-то надо забраться. Может быть... А вот и машинка, смотри. Тихо. Все, понятно. Вот так вот все сделано. Если в первом Watch Dogs у нас эти подъемники стояли прямо-таки рядом с нами, то есть рядом с местом, куда можно было забраться, то сейчас все гораздо иначе. Сейчас это надо искать. Так. А, по-моему, на... Да, вот так вот. На левый клик подниматься. Че, реально? Че, реально? Да, реально, прикинь. Хлопаньки. И поскакал. Отлично. Заметьте, все началось с того, то, что мы поймали мозги. Ну, как тебе? А вот, поднимаемся. Я еще немного на ноут отвлекаюсь. Все, забираемся и давай брать. Что у нас такое? Сейчас посмотрим, почитаем. Лайвстрим. Я у дома Фассбендера. Пойду узнаю, не навредили ли Грей Стром его семье. С них станется. Ага. Так, ноут вижу. Фотки. То есть нам нужно именно на ноут. Ну окей. Тут про твоего мужа. Тебе стоит взглянуть. Черт, Грей Стром поссорили его с женой. Прислали отфотошопленную фотку, где он якобы изменяет ей. Анонимно. Даже не старались. Но этого хватило. Да, она купилась. Твари. Плюс 13 тысяч фолловер. Ей! Еще 6 очков исследований. Шикарно. Доступно исследование разработки. Это погодит. Джампер. Ребят, Фассбендер только что выложил очень жуткий пост на инвайт. Все, что они говорят обо мне, ложь. Может, после того, как меня не станет, люди узнают, что Грей Стром сделал со мной. И фотка улицы, откуда ты свысока. Похоже, чувак хочет расплющиться об асфальт. Черт, посмотри, сможешь найти геотек? Ага, вот он. Высылаю адрес. И знаешь еще что? Угадай, с кем он... Ну, твою мать, я отключиться вот от этого вообще-то хотел. Зараза. Ладно, я надеюсь, там были написаны субтитры и вы успели прочитать, но я-то не читаю, я слушаю. Твою мать. Чертово управление.
Почему мне сегодня так не везет? Почему меня сегодня все бесит? Злой кинетик. В концертном зале, судя по всему, Грейстром довели его до крайней степени отчаяния. Нужно что-то сделать побыстрее, иначе он может случиться непоправимое. Круто было бы, если бы это было задание на время. Вот это было бы замечательно. Че, погнали туда? Далеко вообще ехать-то? Блин, ребят, я жутко извиняюсь за то, что прервал речь. Ренча? Речь Ренча. Километр ехать. Ну, блин, я реально хотел просто слезть с этого подъемника. Никак не хотел прервать речь. Потому что мне очень интересно, что он говорит. Как он говорит. Нифига ты круто повернул. Стоп. Что у нас здесь есть? Что-нибудь взять можно или нет? То есть опять просто банда и все. Ладно, сваливаем. Что такое? Нормально все. У меня не секьюрити, а быстрый трейн. Да пофиг на них. Вау. Он, по-моему, что-то как-то не на русском говорит. Взять. Ну так что, чувак? Послушай меня. Больно надо. Мне твои нравоучения до одного места. Господи боже, Тара. Я тоже была молодой. Наверное, ты динозавров застала. Если мы уезжаем слишком далеко от сигнала, то он теряется. Как вы уже могли заметить. Ну блин, с Ренчем реально лаж получилось. Не езжай, вот и тебе это не надо. Баба! Шикарно. Это было круто. Вау! Да не парься, блядь. Так, я понял. Недоступно во время зон. Это здесь. Фассбендер где-то тут. Постараюсь остановить его. Каких... Только быстрее. Понятно. Наш друг разговаривал по телефону, ну, как бы с нашими общался, и это было немножко. Давай, 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 нам для чувака спасти. О, Фассбендер Джейсон, администратор... Нужно спасти его, Маркус. Мы должны помогать всем, кто бьется за правду. У него 100 пудов есть компромат. Некоторые данные в слитых файлах меня пугают. Тебя до сих пор удивляют факты о темных делишках правительства? Об их безнаказанности? Не удивляют, но... Харе уже балаболит без остановки. Если мы ничего не сделаем, он спрыгнет. Телефон! Ломани его, чтобы кто-нибудь позвонил. Кстати, мысль. А? Главный офис Грейстром слушает. Чем... Эмили! Мистер Фассбендер, вы появитесь в офисе к полудню? Вас спрашивали агенты ФБР, мистер Фассбендер. Я понял, Эмили. Сэр, они спрашивали о растратах. Сэр, все в порядке? Все в порядке, Эмили. Пока. Пока. Сейчас посмотрим почту. Ёлки, придумай что получше. Он на самом краю. Я попробую прошерстить его ноут. Поищу хоть какую-нибудь зацепку. Ну давай, я этим уже занимаюсь. Давай, 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 есть. Так, так, нашла мыло журналистки, что хотела написать о нем. Лови номерок. Понял. Джейсон, куда пропал? Ты сейчас умрешь. Я достала файло, это тебя реабилитирует. Ха. У кого-то поклонник из дотек? Что? Что? Там доказательства подделки фото с тобой и той женщиной. Они до кучи скинули переписку топ-менеджеров из Грейстром с обсуждением плана по дискредитации. Я не понимаю. Ты спасен. Более того, благодаря этим письмам мы сможем засадить всю верхушку Грейстром за преступный сговор. Давай, 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 давай. Джейсон? А, что молчишь? Джейсон? Лидер отряда скаут. Ей! Спасли парнишку. Ну, дяденьку уже. Ну, парнишка ведь.
И? Фассбендер в порядке. Он спустился вниз. Охрененные новости. И мы с ним свяжемся? Узнаем, что он хотел слить? Давай подождем. Думаю, Фассбендер сам все расскажет. Он был на грани, но справился. Но как же наша слава? Черт с ней. Пусть он затянет на Грейстром петлю. Мы выбьем стул. Теперь ты знаешь, как они действуют. Хэддок? Ты спас его, но можешь стать следующим. Справимся. Он тоже так думал. Плюс 14к. Так, сейчас наш персонаж должен что-то сказать своим, поскольку с ним как бы хэддок. Доступна новая операция по старинке. Что там? Давайте глянем. Идентификация объекта. Во всем Сан-Франциско есть только одно место, где отсутствует покрытие сетевой. Мертвые зоны. Эй, Маркус! Наш фолловер говорит, что в Марине работает мощная глушилка. Это может быть интересно. Мы уже догадываемся, откуда блокируется сеть, но не знаем, кто этим занимается и зачем. Социофобия. Дополнительное время творчества. Конец империи Блюм, основной кибердрайвер по старинке. Сколько мы пишемся? Давайте посмотрим. Поскольку у нас как бы первая серия провалилась, давайте эту миссию тоже выполним. Отыщите глушилку в районе плавучих домов в Гейтс. Отслеживать. И вот оно. Ёпта. А мы вот здесь вот, да? Круто. Хакерспейс, кстати, здесь есть. Переместиться. Отдохнуть, чтобы сохранить игровой процесс, сменить время суток или переждать угрозу. Офигеть. Это что такое? Сетевая операция? Не, это все потом. Сетевые операции все потом. Так, ну, давайте заглянем в разработку. 11 очков исследований. Пока что я не буду ничего качать. Я хочу прокачать полностью улучшение наших маленьких игрушек. Я думаю, вы прекрасно поняли, о чем я. Я про флабера и летуна. Точно, я буду так их называть. Летун и флабер. Почему бы и нет? Мне нужна машина. А еще одежда и мотоцикл. Нет. Давайте вызовем нашу, как вы будете, чем мы на одной, да на одной. А давайте мотик вызовем наш, почему бы нет. Посмотрим, кого, в какой он будет гамме, где он вообще будет и как он выглядит. Блин, и почему так далеко? Нам ехать 3,5 километра, ребята. Не, можно, конечно, переместиться, но мы поедем. Я не буду вот так вот прыгать. Пока у нас не будет исследована вся карта, я прыгать не буду. А вот уже потом... Ёлки-моталки, а чё ты какой скучный. Ты или ты с рисунком, нет? Не, просто мотивус. Маркус, сеть фолловеров растет, теперь мы сила. Шикарно. Можешь собой гордиться. Это ведь ты все начала. У нас были какие-то идеи, но ты превратил DeadSec в настоящее движение. Кругом твои рисунки, твои слоганы. Ты знаменитость. Спасибо, Маркус. Но не надо забывать, ради чего все это. Дело не в рисунках. Я хочу, чтобы люди открыли глаза, чтобы проснулись. Они дрыхли слишком долго. Дай им время. Я тебе больше скажу, они до сих пор дрыхнут. Я про реальный мир. Я проехал, давай сюда еще. Мокрый асфальт. Я нигде не видел мокрого асфальта. Так, деньги у нас отразились. Потом возьмем. Вау. Тихо. Да, только не падай, я тебя прошу, только не падай. Чем мне нравится мотоцикл, так это вот так вот во время пробок можно спокойно взять и проехать где угодно. Найс, это сейчас было. А давай вид от первого лица попробуем. Как там? Z, по-моему. Вот. Че, и все, а другого вида от первого лица нет, только такой. Как-то немного скучновато. Хотя бы так, никак. Просто в машине у нас показывается с вами передняя, убогая передняя модель. Я не могу сказать иначе. Но она реально убогая. Там и... Ubisoft, можно же было взять, нарисовать несколько панелек. Как вот там, я не знаю, у меня машины нет, как они выглядят внутри, не знаю. Но, тем не менее, можно же было что-то придумать, чтобы мы так осталось ехать. А вы взяли и создали такое убожество. Я не твою мать!
Я просто повернулся сделать скриншот. Ладно, сейчас тогда мы уже переместимся. Вот сюда. Давай. Почти доехал. Печаль, беда. Давай быстрее, думай. Люди на улицах Сан-Франциско могут рассказать много интересного. Жалко то, что их не реплики повторяются. Нам куда? Кстати, а давайте зайдем в магазин, может заодно переоденемся. Привет. Эй, вещи можно померить. Спасибо. Спасибо. Давай посмотрим, что у нас здесь есть новенького. А там все в футболке крабика, да в футболке крабика. А давайте еще посмотрим, что нам дали в гардеробе, потому что там какие-то шмотки находил. Что-то у нас там вроде появилось. Нет, это не то. Нет. Я помню, как я это купил. Очки. Поцелуй меня в жетон. Погоди, датсек, может быть здесь? Нет. А чё же мне тогда надавали? Кеды. Да не, мне как-то вот эти нравятся. В стиле гранжа. Они прикольные. Разные. Вверх. Фиг знает. НКР, Пирс 39. А, НКР это у нас в этом, в Fallout. А где же шмотки, которые мне дали за награды? Алло, ребята. Пойнсток, может быть. Красненькая сумочка, нет уж. Хоть убейте ни за что. Стремная шапка. Низ шорта. А где же? Может, в премиуме? Сезон пас. Давай разберемся. Ребят, все-таки в разном это дается. Смотрите, вот я зашел в маски и вот эти две штучки обнаружил. Канатный трамвай, бандана. Эй, трамвайчик. Сан-Франциско. И вот такой с дракончиком есть. Белый. По-моему, я этого еще не наблюдал. По-моему, здесь главные уборы. Этого я тоже, по-моему, еще не видел. Сердечком такой люблю Сан-Франциско. Это что? Озеро Мэрит. Серфит. Непонятно. Кепка Скаут. Давайте вот такую горжусь своей страной. Давайте сердечком оденем. Почему бы нет? Так, маски вот такую с трамвайчиком. Все шикарно. Вверх я тоже думаю, надо как-то переодеть. Это крабик. Мы ходим в крабике. Алам Сквер, Пирс 39. Не, давай зайдем в магазин, посмотрим, что у нас здесь есть. Что мы можем здесь купить, что мне может тут понравиться? Куртка любителя крови, цвета крови. Хе-хе-хе. А может вот эту? Короче, Рокет без границ. Это у нас уже есть. Это какие-то стрёмные, стрёмные, стрёмные. Чё себе какие стрёмные. Давай вот в это что ли походим. Низ. Скучный низ. Жертва моды. Грейндкор. А давайте вот этот. Почему бы нет? Так, обувь. Ну, обувь мы прекрасно знаем, какая здесь. Мы прекрасно знаем, какая здесь обувь. Не, я буду в кедах пока ходить. Все. Отлично. Немного переоделись. Сумочку оставлю прежнюю. И тут еще что-то наверху у нас есть. Опа! Взломать. Да в легкую. Тихо, тихо, тихо. Да ладно-ка. Серьезно? Погоди, погоди. О, там что-то есть. Я вообще-то хотел вот этот включить. А, это нам туда надо по заданию. Давай, брат. Да нормально все, не парьтесь. Аккуратненько, аккуратненько, тихо, 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 тихо. Серьезно? То есть вот настолько все сложно. А я не могу это сделать. Короче, нашим дроном мы можем, летуном можем только что-то взламывать, не более того. Чтобы куда-то пройти, необходим уже джампер.
Но если мы хотим что-то взять, опять же, необходим джампер. Вопрос, как нам сюда забраться наверх? Как нам сюда забраться наверх? Я помню, я тогда пытался. А, стоп. Нет, там не получится. А вот этой штукой мы можем управлять? Чисто теоретически. Она может поднимать ящики, да? Допустим, я поеду вот сюда. Я просто не знаю, как еще иначе. Люди, не мешайтесь. Есть у меня мысль, то, что я должен подойти, зацепить ящик, сесть на ящик. И на этом ящике себя подобрать. И уже поднять. Ну а как иначе, сами подумайте. Так вот, что я из этого всего могу поднять, я не знаю. Угу. Предположим. Может быть там... Где? Что мы можем поднять из этого? Или ну его нафиг? Да ну его нафиг, на самом деле. Потом, когда прокачаю дрон, уже с улучшенным прыжком я сюда вернусь. Где моя машина? Машину сперли. У нас сперли машину, мы сопрем мотоцикл. Легко и просто. Хотя, может быть, я на мотоцикле и приехал, я уже не помню. Вау, нажмите вы, чтобы учить нетхак. Да я в курсе, да, след. Погоди, а может быть, я на мотике могу это сделать? Нет, не могу. Взломать. Взломать глушилку. Запросто. Только сначала деньги возьму. А где у нас деньги? А что они там делают? Прыгай! На самом деле, что здесь деньги делают? Ха, попробуй еще до них доберись. Может быть здесь можно? Ну-ка. Ну-ка, 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 мне не хватит. Оригина. На машине, что ли, я должен туда перепрыгнуть? Издеваетесь? Ребята, вы чего? Завершение работы системы. И? О, там раскраску можно взять. И что дальше? Собака. Привет, собака. Эй, я нашел глушилку и отрубил ее. Рядом со мной что-нибудь есть? Но вижу мертвую зону сети ОС, она подсвечивается. Блюм следит за целостностью сети. Нужно быть очень башковитым малым, чтобы отключить часть сетки. Надо с ним познакомиться. Отметь зону на карте. Да. О, нам как раз туда. Если я правильно помню по значку, то это мы еще продолжаем с вами выполнять задания, связанные с Хедеком. То есть с вирусом зомби. Взять. Ну, давай возьмем. Погнали. Тихо. Осторожненько. Хобана. Новая раскраска машины по требованию. Круто. Так, там деньги, там камера. А нам пока сюда. Сколько это у нас? Уже 3 задания, по-моему, за эту миссию. Нашел это место. Тут видеокамеры. Это оно. Это оно. Давай посмотрим, что будет. Мне же даже самому интересно. Обнаружено вторжение. А чё, как темно-то? Как всегда, тут внутри такое, куча доисторических осциллографов и генераторов сигналов. Аналоговый фаервол. Чего? Вся его сеть связи аналоговая. Его невозможно взломать удаленно. Это что, кассетный автоответчик? Как из 85-го? Реджинальд. Раньше зовут Реджинальд. Нифига. Реально все аналоговое. Прикольно. Воспроизвести сообщение. Давай. Привет, это Джеспер. Оставьте сообщение. Мистер Мэккельсон, наверное, вы догадываетесь, кто это.
Вы правы, один из ваших коллег, агент человека по кличке Борода, работающего на кое-кого важного. Благодарен за ваши старания. Советую исчезнуть. Прощайте. Господи, это Хэддок? Очень похоже на то. Он советует бежать. Кое-кто важный — это Грей Стром. Должно быть, ломанули того парня из АНБ и качают данные. Кто-нибудь ищет Джаспера Микельсона? Ага, ищу. Не думал, что это такое популярное имя. Стой. Вот какая-то шишка из АНБ. Это он. Разыщи его коллег. Изучим их. Я так понимаю, эта серия у нас будет часа на два точно. Ох, сколько она потом будет Ютубом обрабатываться. Видимо, только завтра у нас появится. Чел, охереть! Это же был сам Хэддок! Ей, круто. Ну да, предупредил кого-то, что у Грей Стром есть его телефон, и смылся. Я нашел коллегу Микельсона. Отметил на твоей карте. Спасибо. Плюс 6000. Я хочу вам все денежки забрать. Доступно новое задание Дотек. Все началось с обычного вируса зомби. Так, выследите цели. Где же на карте? А, да все рядом. Рядом ведь рядом? Да? Скажите мне, что да. Я просто себя на карте. А, да, все рядом. Все хорошо. Все замечательно. Убери этот телефон. Ладно, давайте попробуем. На чем бы туда прыгнуть? А у меня опять мотоцикл стырили. Почему меня вечно все крадут? Окей. Я не знаю, мы перепрыгнем на этом корыте или нет. Серебряное кольцо с узором. Тут не проезжая часть. А, нормально, все, не переживай. Ау! Блин, знали бы, какой это корыто неповоротливый. Тихо. Не повезло кому-то. Это точно. Ты чем черт не шит? Да, попробуем. Угу. Попробовали. А? Стой! Ну просто вот так вот. Окей. Давай на этой попробуем. Хапнули машину. Во, это вроде пошустрее. Я просто... Извини. Да, я человек сбил машину. Да хорош! Неужели только на мотике сюда можно попасть? Это жесть. Да я согласен. Вот так вот. Где мой мотоцикл? Где хоть какой-нибудь мой мотоцикл? Можно даже не мой, можно любой мотоцикл. О, нет, это не они. Да, мотоцикл. Раскраски. Это типа вот это у нас появилось, да? Ну, допустим. Ты ее используешь, да? Транспорт. Мотоцикл. И давай. Где он? Блин, я быстрее добегу. Кошмар. Окей, друзья, добежали. У нас там показан какой-то человечек с кучей денег, но мы его пока не трогаем. Взломать. Давай взломаем, я уже всю игру, все подряд взломал. Как ты вообще живешь с такими куриными мозгами? Это у тебя куриные мозги. Мы тут вообще из дотек. Человек? Женат на однокласснице? Эй, прикольно. А, на однокласснице? Тогда это нормально. Я подумал почему-то про ученицу. Вот это было бы прикольно. Джаспер сейчас тише воды, ниже травы. Почему? Он давно уже себя странно ведет. Он уверен, что кто-то использовал нас, чтобы выследить этого гениального хакера. Но вся операция под угрозой срыва. Не знаю, что и думать. Гениальный хакер. Это точно Хэддок. Узнай, с кем он говорил. Минутку. Нужно его проверить. И... Я вот эту штуку хочу взять. А, взять! Мне отказал взломать. Тогда не возьму.
Любит тянуть резину. Ландшафтный дизайнер. На тебе, дизайнер. Так, и че, и куда нам? Они, видимо, нас сейчас пока что проверяют. Ну, поехали тогда в следующую точку. Тихо-тихо, не тормози, бля. Не тормози, я говорю! Последние такие ужасы я испытывал только на старом компе. Это ни хрена не старый комп. Вау, как мы улетели красиво. Кинетик прибыл на место. Эй, как он быстро вылез, погоди. А давай сразу вот отсюда выхакнем. Джеспер похож на параноика, но с чего бы это вдруг? Да он свинтил уже. Это просто полный дурдом. Он со мной не откровенничал, но предположил, что кто-то в команде управляет всеми нами. Ну это совсем. Шиза полная. У кого-то шиза, у кого-то нет. Он считает, что Микельсон что-то знал. А другой парень подозрительно хихикал. Ага, давай найдем его. Его последний пинг откуда-то из леса. Точного местоположения нет. Окейшки. Плюс 7к фолловеров, я уже начинаю к этому привыкать. Жалко, у меня на канале столько нет. Вы уже увидел плюс 7000, вы уже еще на плюс 13000. Откуда-то из леса, да, ну поехали куда-нибудь в лес. В лесу мы с вами еще не были, ух ты. Я вообще туда еду. Карты, 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 карты. Даже так. Можем, кстати, переместиться в магазинчик для туристов. А что будет вон там? Мы с вами за пределы карты еще ни разу не ездили. Но там просто чисто интересно. Вот, тихо. Давай попробуем разгонимся. Я думаю, этого будет вполне достаточно. Достаточно. Там трамплишка. Может, какое-то секретное скрытое испытание, достижение. Трамплишка. Фиг его знает, он проверить стоит. Вот он, вот он, вот он. Погнали! Хрена! Твою мать. Мотик-то в порядке, надеюсь. Знаете, чем привлекательно GTA Online? Это то, что если ты вызываешь машину, то она появляется практически рядом с тобой. Мотоцикл. Хватит мандражировать. Что творит? А здесь как-то все иначе. Так, вот дорога. Только не говорите, что там просто тупо горы. И все. Вы что, ограничили карту горами обычными? Да не поверю. Да не в жизни. Невидимости? Нет. Так, что там? Давай, давай, давай. Я тебя прошу, ты только живи. Давайте посмотрим на карту. По карте, как бы мы еще типа в пределах города, но без машины я бы здесь... Возьми. Я сюда не... Люди? Палатки туристические. А вот там, наверное, уже тупо города. Как бы конец карты, все дела. Может быть, в теории можно нам... Ошибка GPS! Вы покидаете область Сан-Франциско. И что будет? Да ладно. То есть, никак, да, мы заперты в этой реальности. Там ничего не сделать. Ну ладно, поехали тогда напрямую. Зато палатки увидели туристические. Тоже прикольно. Вон они, кстати. А может там есть чем-нибудь? Человеки! Я пришел с миром. Не. Это просто палатки. Палатки без людей, безо всего. Может быть ночью здесь что-то особенное есть. Я не знаю, помимо Эдена Пирса у нас как бы Ubisoft заслонит какие-нибудь пасхалки в игру или нет. Верни! Твою мать. Потому что Rockstar, они вообще в бане пасхалок сильны. Они GTA-шку пятую чего только не нас засовывали. А вот Ubisoft, я не знаю. В принципе, какие можно пасхалки засовывать в игру, кроме как персонажей из первой части игры. Вау!
Охрененный вид был. Так, нам куда, 240 метров? Давай срежем, что ли, не знаю. Охота, нажмите, чтобы задать маршрут. Не хочу задать маршрут. Нейтрализация. Блин, ну. Давай попробуем. Где чувак? Мы, правда, на мотике с вами. Это что за пистолет? Отправляем одну машину на поиски. Есть описание объекта, высылаем. Ладно, ожидайте. Пройдемся еще раз. Мы под обстрелом. Какой вы под обстрелом? Издеваетесь? Это полиция! Остановись! Да я вот этого убить хочу. Почему я могу только с правым, зажатым правым кликом? Нафиг идите. Мне кажется, ли там пули падают просто. Смотри, как гонит. А у меня пистолеты бесконечные, нет? Ищем. Нахер. Чувак, да я тебя просто убью. Ну вот не вовремя вообще телефон сейчас звонит. Если вы слышите, друзья, если вы слышите на заднем фоне музыку на этот телефон, я прошу прощения. Не буду брать трубку. Просто не буду брать трубку. Мне абсолютно плевать, кто там звонит. Да нахер идите, попы. Хе-хей. Твою мать. Потом еще Юплей загрится на меня из-за того, что я, у меня музыка играет. Хотя это обычный саундтрек. Ну, в смысле. Чтоб тебя, чувак, когда ты сдохнешь. Нажми тебе, чтобы открыть. Так, зачем? Ну. Еее, 9000 фолловеров. А теперь просто тупо сваливаю. И чего мне дали? Видим объект, следуем за ним. Видим объект, следуем за. Мотик. Чувак, извини, что я тебя убил, но, блин, задание есть задание. А, кстати, мы приехали туда, куда нам надо. Гражданские раненые. Тихо. Дайте я от вас уйду. Ух, ёлки. Давай, прощаться. Мне кажется, проще будет, если они меня сейчас убьют. 4 звезды! Как мне от вас скрыться? Ребята, как мне от вас скрыться? Чё она, тварь? Ну ладно, пускай убивает. Так будет гораздо проще. О! Собака! Полицейская собака! Черт с ней. Кому что там от меня надо? Кто что хотел? Маркус вообще угарный чел. Друзья, пока я тут делал свои дела, у нас уже наступила ночь. В игре. У меня это по-прежнему еще день. Ну что, давайте смотреть, что мы с вами выполнили, что не выполнили. Что-нибудь мне дали за того чувака, которого я убил в машине или нет. Не знаю. Дали фолловеров, и я скрылся от полиции методом самоубийства. Теперь давайте продолжим задание. Нам там осталось-то вроде бы всего ничего. А серия уже где-то уже часа два. Это уже. Серия где-то уже часа два у нас точно идет. Так, что мы имеем? Мы имеем странную фигуру, я вам скажу, которую необходимо взломать. Привет. В прошлом чирлидер в университете, оперативник АНБ, Генди Мерль. Докладываю. Один из членов команды понял, что Микельсон что-то нашел. Я пока что вне подозрений. Жду указаний. Ага.
ты крот. Узнай, куда он звонил. В этом деле точно замешан Грейстром. Работаю. У них есть что-то на Хедека. Надо это уничтожить. Заодно, может быть, и сделаем приятный Хедеку за то, что мы его вирус уничтожили. Получено фауэров 7000. Доступно новое задание. Задание в задании. Как-то круто. Удалите данные семье Микельсена. Микельсен мертв, но члены его семьи будут в опасности, пока записи о них хранятся в системе. Бедняга оставил после себя данные похищенного Анга. Ему уже не помочь, но до тех, кто может хотя бы защитить его семью. Найдите записи и удалите их. Да все рядом у нас, я смотрю. А прикиньте, если... По старинке. Если это все находится в тех самых палатках. Кто? Нужен идеальный снимок Золотых Ворот. Это на Виста Пойнт. Там такой вид. Почти все фотки на фоне моста там и сделаны. Виста Пойнт. Спасибо. Буду... О, какая машинка. Я тебя не возьму, я возьму мотоцикл. И погнали. На мотике гораздо проще будет забираться вон туда, в лес, или куда нам надо. Ты можешь вот здесь проехать? Я думаю, что можешь. Прям в легкую можешь, надеюсь. Может, не можешь. Куда нам? Под землю. А, вон она. Ну чё ж ты воду-то мутишь? Конечно же, здесь можно проехать. Тихо. Взломать 400 метров. Давайте посмотрим, что там уже. И, наверное, после этого определенно будем заканчивать. Тихо, там гонки на мотоциклах у нас 200 метров. Все дополнительные задания, типа гонки и тому подобного. Потом, друзья. Ну, раз надо взломать, полетели. И что мы здесь имеем? Так, готов взять. Камера, а это мы можем... Погоди, взломать. Я надеюсь, это можно просто тупо взломать. Нужно. Да, это можно просто тупо взломать. И все? Серьезно? Так просто? Это же скучно. А, сумку денег. Не, погоди. Так просто? Готово. И еще мы написали всем коллегам Микельсена, кто именно у них крот. Ха, ему крышка. Хедек, узнай, что это мы. Вероятно, мы не узнаем. Плюс 7000. Как-то вообще просто задание было выполнено. Может, еще финальное? Во, доступна для операции главная цель. И что мы здесь имеем? Так, где-то. Может, оно еще не... Наживка заброшена. Скоро будет клёв. Почему ты так уверен? Наш гениальный хакер подобрал все приманки, что мы замаскировали. Мы знаем, что он в этом районе. Пора дергать за крючок. По-моему, это что-то ненормальное. Гениальный хакер? Хедек удостоился такого титула чувака из НБ. Я помню. Джош проверил номера в его телефоне. И говорит, что один из штаб-квартиры АНБ. Ого, Хедек теперь под прицелом АНБ? Проверь-ка лучше второго. Отметил на твоей карте. Окей. Основные операции, конец империи Блюм, это под... Наберите фауэр, чтобы сокрушить Блюм. Это потом нельзя отследить. Это все потом. Погоди. Чит сетевой, если это у нас сетевая. Это не то. Конец империи, теперь главная цель... Перехватить сообщение агентов АНБ. Нет, друзья, я думаю, это мы с вами будем выполнять уже в следующей серии. Где оно находится? Оно находится просто в гребенях. Прям в самых-самых-самых-самых гребенях. Вот здесь вот. Так что мы туда не отправимся, мы туда не поедем. Можно телепортироваться, но мы туда не поедем. Мы, пожалуй, здесь сейчас с вами закончим. Очень длинная получилась серия. И 5 километров туда пиндюхать. Вот, очень длинная получилась серия, в принципе, я ее доволен, несмотря на то, что до этого целый час у меня просто улетел в трубу к Ubisoft.
из-за ихнего крэша. Черт тебя подери, к чертову обновление. Вот, а я, пожалуй, с вами сейчас попрощаюсь и пойду играть в другие игры, опять же, записываю для вас видео. С вами был Кинетик, специально для вас и для канала Kinetic Ru Games. Всего хорошего, друзья, это Watch Dogs 2. Увидимся в следующих сериях. Пока. И не забывайте подписываться на канал, ставьте лайки и зовите сюда своих друзей, иначе как я буду еще продвигаться. Теперь вроде бы все сказал. Пока. Тебя тут не ждут. Вали! Спасибо, что смотрели.